Вы смотрите новый проект телеканала РБК «Новосибирск. Наука. Бизнес. Будущее». Наши герои, представители научной элиты Кольцова, которые достигли успехов в науке, смогли превратить это в бизнес и готовы дальше менять мир к лучшему. Наш новый герой – Леонид Никулин, генеральный директор АО «Вектор Биальгам». С 2003 года АО «Вектор Биальгам» является одним из ведущих предприятий в области разработки и производства вакцин, пробиотической продукции, технологии заквасок для молочной промышленности. «Вектор Биальгам» – единственный в России производитель вакцины против гепатита А. Предприятие обладает научными разработками, которые защищены патентами. Уже получено более 30 наград международных и региональных выставок. Компания имеет почетные медали Российской академии естественных наук. Наше предприятие начиналось довольно с таких серьезных вещей. Мы работали с институтом медико-биологических проблем в то время, когда разрабатывалось питание для космонавтов. Мы там тоже принимали свое участие. Потом эта программа закончилась, и мы решили у себя организовать что-то подобное. Остановились как раз на бифидуме и лактобактериях. Тогда существовала программа «Это в векторе». Государственный научный вектор, собственно говоря, на его площадях и в то время как отдел, научный отдел, как раз начали заниматься вот лакто- и бифидобактериями и выпускать кисломолочную продукцию, просто кисломолочную продукцию и закваску для детских молочных кухонь. Вот с этого все начиналось, это в 1996 году. Мы в 98 году подхватили как раз вакцину гепатита А, начали отрабатывать новую технологию, именно промышленную. Она была отработана в векторе, чисто лабораторный, экспериментальный образец, а промышленного не было, поэтому нам пришлось приложить немало усилий. В течение 7 лет мы отрабатывали вот как раз именно программу. Отвечая на вопрос нашей съемочной группы, какие достижения «Вектор Биальгам» вы считаете наиболее важными, наш гость задумался. Ведь каждая разработка ученых – это вклад в оздоровление нации. Мы запустили предприятие по требованиям GMP. Оно в свое время было первым в России, это в 2008 году. Мы совместно его создавали с Министерством здравоохранения в свое время. При участии чехословацкой фирмы. И также создали довольно много продуктов, целой линейки продуктов питания. И также организовали довольно много площадок на базе молочных заводов. Молочные заводы начали выпускать с использованием нашей закваски по нашей технологии кисломолочную продукцию. Это довольно серьезная вещь, серьезный вклад в оздоровление нации в целом. В конце 2018 года предприятие запустило новый цех по разливу вакцины от гепатита А в шприц-дозы, увеличив производственные мощности в несколько раз. По словам Леонида Никулина, «Вектор Биальгам» сегодня закрывает рынок на 60-70%. Запуск новой линии позволит компании главенствовать на этом рынке в масштабах страны. Вакцина гепатита А используется в чрезвычайных ситуациях, при наводнениях, пожарах в регионах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, а также во время проведения спортивных мероприятий. Востребована вакцина у некоторых категорий работников пищевой промышленности, а также жилищно-коммунального хозяйства, у военных и силовых структур для профилактики вспышек заболевания. Помимо России, вакцина от гепатита А, произведенная в Кольцово, идет и на экспорт. Также мы торгуем и за границей. Это Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан. Вот. Ну, переговоры ведутся с Арабскими Эмиратами. Но они уже второй год ведутся. Они рассматривают хранение и потребность, рассчитывают. Потому что заявка очень большая. Говоря об эффективности препарата, Леонид Никулин отметил, что предприятие работает под жестким государственным контролем. И за 20 лет не было ни одной жалобы на препарат. Это неудивительно, поскольку научное предприятие имеет эксклюзивную техническую базу с оборудованием, которое не имеет аналогов и создано специально для компании. Кроме того, это касается штата сильнейших вирусологов. На наше счастье выпало так, что когда мы организовывали предприятие, перешли в акционерное общество 50 вирусологов, которые работали раньше в «Векторе». Это было большое подспорье и, собственно говоря, с научной стороны мы были защищены со страшной силой, и поэтому нам удалось в кратчайшие сроки отработать технологию и получить новые продукты.
в отсутствии бы вот этого персонала научного это было бы сделать невозможно. И также мы постоянно отслеживаем и меняем технологические процессы, плюс обновляем оборудование. Без этого тоже ни одно производство долго существовать не может. Поэтому на сегодняшний день у нас на предприятии самое современное оборудование, которое есть, уже выпускается или не выпускается. Почему я сказал не выпускается? Потому что вот если взять линии розлива в шприц-дозу, эта линия была сделана именно для нас, именно по индивидуальному проекту. Таких линий, как у нас, нет ни у кого. Она разработана на 10 лет. Гарантийный срок 10 лет. Такого нет. Линии вот именно такого направления, именно для таких, выполнения таких задач, они от 3 до 5 лет. У нас линия 10 лет. И индивидуальное программное управление, все индивидуально было сделано. Помимо вакцины от гепатита А, компания занимается разработкой и производством пробиотической продукции и выпускает кисломолочные биопродукты марки «Бифидом». По словам нашего гостя, пробиотики сегодня относятся к группе наиболее востребованных препаратов. Виной тому неправильный образ жизни, стрессы и некачественное питание. Порой человек расслабляется и забывает, что нужно вовремя покушать. И покушать нужно нормальную пищу, не на ходу. Ну, как говорится, или ты пьешь молоко из-под коровы и кушаешь бабушкин хлеб, который испеченный в печи, или ты пьешь молоко с какими-то добавками, непонятно, витаминизированное, да, которое пользы никакой не приносит совершенно, просто как напиток выпиваешь, и хлеб, испеченный быстрой печки с какими-то ускоренными дрожжами. Ну, это не серьезно. Спрос довольно большой на эти препараты. Недаром рынок в России забит под шляпку этими препаратами. 50, где-то даже больше процентов – это заграничные препараты. Это не наше производство. Нам хотелось бы тоже на этом рынке сделать серьезные изменения в направлении как раз препаратов российского производства. Почему? Потому что российские производители, они не используют консерванты и антибиотики в своих препаратах. У нас живой продукт. Вот из-за границы они идут все с консервантами. Потому что, ну, можно посмотреть на сроки хранения, там, полгода, год, ну, это ясно, что с консервантом. Консерванты – это, ну, у кого с аллергией не очень хорошо, значит, будет аллергия. Если у него склонность к ожирению, значит, будет ожирение. Ну, все об этом знают, но всегда забывают, когда эту пищу берут. Они как... Это пища как наркотик. С какими-то добавками такими вкусовыми, что человек вот берет ее тупо, да, знает, что ему будет не очень хорошо, а он все равно ее кушает и еще нахваливает. Вот проблема вот в этом состоит. Хотелось бы изменить как раз и в умах наших российских граждан и больше выпускать своей российской продукции именно вот такого направления. Как выбрать эффективный пробиотик? Ведь на рынке огромное количество предложений как от российских, так и от зарубежных производителей. В этом вопросе нам посоветовали обратить внимание на отечественный продукт. Любой продукт человек выбирает сам. И, естественно, мы стараемся доходчиво всем объяснять. Не склонять, допустим, только к нашему продукту, вот берите и все. Мы просто объясняем полностью линейку, что вот такая линейка существует, в этой же линейке наша продукция, выбирает человек сам. Ему только объясняем. Мы различными путями и в газете, и по радио, и по телевидению, везде говорим, что нет панацеи. Выбери нормальный живой продукт, и если он тебе помогает, то употребляй его с удовольствием. Также в линейке предложений компании «Вектор Биальгам» бренд «Бифидом». Кисломолочные биопродукты этой марки представлены в магазинах Новосибирска уже 10 лет.
Эта цепочка, собственно говоря, состоит из нескольких продуктов питания. Это бифидокефир, жирный-безжирный бифацил, тоник и Нарилак Форте. Вот. Они, собственно говоря, дают возможность человеку самостоятельный выбор любого из этих продуктов и по вкусовым качествам, и по профилактическим. Вот некоторым нравится, допустим, бифидокефир, некоторым тоник, некоторым бифацил. Все зависит от того, ну, как организм сам принимает человека. А польза, собственно говоря, от всех от них одна и та же – это восстановление микрофлоры кишечника и восстановление иммунитета. Кисломолочные закваски, разработанные учеными Vector Bialgam, используют не только для собственного производства. Более 10 сибирских заводов приобретают сухие и жидкие закваски для создания собственной продукции. Закваски готовятся для молочной продукции отдельно, они в сухой форме готовятся и также в жидкой форме. Завод выбирает или брать сухую форму закваски или жидкую. Конечно, для нас, как для производителей и практиков, ясно, что жидкая закваска, она намного лучше, чем сухая закваска. Но некоторые заводы приспособились использовать сухую закваску, и у них тоже получается довольно хороший продукт. У нас довольно много заводов работает и выпускает вот продукцию с нашими заквасками. Предприятие также выпускает закваски для домашнего использования. Это было сделано недавно, и успешно все провели, и клинические испытания, и провели исследования по приготовлению в домашних условиях. Довольно качество хорошее. А причина появления вот у нас именно таких вот заквасок для домашних, для приготовления в домашних условиях кисломолочной продукции – это появление на рынке болгарских заквасок, так называемых болгарских заквасок. У нас эти наработки были давно, мы их просто не запускали. И с появлением болгарских заквасок мы решили, а почему не мы? Ну и начали тоже выпускать. Кальцовские ученые делают ставку на создание живого продукта без антибиотиков. Их цель, их миссия – оздоровление, а не новые болезни. У нас выпускается лизат, который он используется и в косметике, и при восстановлении иммунитета, и также при лечении больных при злокачественных опухолях. Также мы сейчас перешли на капсульную форму. Выпускается в капсулах и лакта, и бифида. Есть симбиоз, где выпускается в одном продукте сразу несколько бифидумов и несколько лактобактерий. Это удобно для человека и для потребления. И в дорогу можно взять, и, собственно говоря, и хранение не связано, что там нужно с собой холодильник таскать. В стратегию развития предприятия входит и увеличение производственных мощностей. Общая стоимость этого проекта составит 600 миллионов рублей. Компания планирует расширить производство и установить дополнительные линии по разливу вакцины в ампулы и флаконы. Это не только рост объемов, но и увеличение номенклатуры выпускаемой продукции. Ученые готовят выпуск линейки препаратов против онкологических заболеваний, противотифозные, противогриппозные и иммуноглобулиновые вакцины, и не только. Мы планируем в ноябре месяце запустить еще одну линию. Она будет уникальная. Заказали ее в Италии, уже проплатили. Это розлив в инсулиновые флаконы и в ампулы инъекционных препаратов. Это мы сейчас хотим войти в линейку 6 препаратов для борьбы против злокачественной опухоли. И также планируем запустить 3 препарата сухих, лакта и бифида. Мы договорились с московской фирмой. Буквально в феврале месяце встречаемся и с друг другом обменимся документами. Они нам предоставляют технологию, а мы им предоставляем лицензионные договора. Планируем, значит, в 2019 году вот как раз расширить инъекционные препараты, форму выпуска. По бифидуму мы планируем запустить как раз вот сухие формы
фармпрепаратов. По словам Леонида Никулина, через 2 года они рассчитывают увеличить валовой объем производства продукции до 2,5 миллиардов рублей. Сейчас это 1 миллиард. В качестве источников финансирования рассматривают федеральные программы. И это все для здоровья людей. Наша миссия – оздоравливать нацию.